шофер, вези бутырский хутор, где тюрьма, да поскорее мчи. Да ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разобрали всю тюрьму на кирпичи. Да ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разобрали всю тюрьму на кирпичи. Ох, как жаль, а я сегодня с позаранку по родным решил проехаться местам. Что ж, шофер, давай назад, крути, верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Ну да ладно, что ж, шофер, крути, верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Или нет, шофер, давай закурим, а может лучше выпьем, да скорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Позавчера шла спокойная игра, козырей в колоде каждому хватало, и сходились мы на том, что оставшись при своем, расходились, а потом давай сначала. И вот явились к нам они, сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде как-никак 4 масти, они давай хватать тузы и короли. Пошла у нас с утра неудачная игра, не мешайте и не хлопайте дверями. И шерстят они нас в пух, им успеха нам из пух, но тузы они ведь бьются козырями. И вот явились к нам они, сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде козырей 4 масти, они давай хватать тузы и короли. Одолели шулера, карта прет, ну а нам пойду по кличу. Зубы щелкают у них, видно, каждый хочет вмиг кончить дело и начать делить добычу. Ох, как явились к нам они, сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде как-никак 4 масти, они давай хватать тузы и короли. Только зря не шустры, не сейчас конец игры. Жаль, что вечер на дворе такой безлунный. Мы плетемся наугад, нам фортуна кажется, но ничего, мы рассчитаемся с фортуной. Вот явились к нам они, сказали здрасте, мы их не ждали, они уже пришли. А в колоде козырей 4 масти, и нам достанутся тузы и короли. Вчера не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, главка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал,
мне как давай сообщай, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтобы то холым скакал, будто песни орал, а отец хворил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь, говорил, будто все меня продали, и гостям говорят, не давал продыхнуть, все донимал их блатными аккордами, а потом кончил бить, потому что устал, начал лопал крушить благородный хрусталь, лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивши окно, взял и выбросил вниз. Даже слово сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились, кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалел меня, и бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную, развяжите, кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали, тут вообще началось, не опишешь слова, и откуда взялось только силы в руках. Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалел меня и взяла к себе жить. Ушла, а
через месяц улеглись волнения. Через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена. На бан, и щиплешь пассажиров, а на разбой берешь с собой надежную шалаву. Потом за грудь кого-нибудь и делаешь Варшаву. Пока следят, пока грозят, мы это дело переносим. Наелся взлась, но вот взялась Петров 38. Прошел детдом, тюрьму, приют, и срока не боялся. Когда ж везли в народный суд, немного волновался. Зачем нам в руку народный суд? Народу я не видел. Судья, простор и прокурор, да час меня обидел. Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой. И не согласен вовсе я с такой формулировкой. Но написали, что с людьми я грубо обходился. Неправда, тихо подойдешь, попросишь 100-рублевку. Причем тут нож, причем грабеж? Меняй формулировку. Эх, был бы зал, я пречь сказал, товарищи родные. Зачем пенять, ведь вы меня кормили и поили. Мне каждый деньги отдавал, без слез, угроз и крови. Огромное спасибо вам за все на добром слове. И этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыдание, им тихим голосом сказал: спасибо за внимание. Ну правда ведь, не правда ведь, что я грабитель ловкой. Как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой? Чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Когда статья не очень, и
ведь все же повезет кому-нибудь. И сердце бьется раненою птицей, когда начну свою статью читать. И кровь в висках так ломится, стучится, как мусора, когда приходят брать. Всю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. С нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мной нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю. Обидно,
если завязал, а товарищ продал, падла, и за все сказал. За давнишнее, за драку все сказал Сашок. И двое в синем, двое в штатском, черный воронок. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. На суде судья сказал: 25, до встречи. Раньше б горло я порвал за такие речи, а теперь терплю обиду, не показываю виду. Если встречу я Сашка, ох, как изувечу. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Мне все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходят двое с конвоем, с конвоем. Оденься, говорят, не выходи. Я так тогда просил у старшины: не уводите меня из весны. Дома я пропадели, все расколоть хотели. Но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня главней. Я понял, что тону. Покажите мне хоть форточку весну. И вот опять вагоны, перегоны, перегоны, и стыки рельс отсчитывают путь. А за окном в зеленом березки и клены, как будто говорят, не позабудь. А с насыпей мне машут пацаны: зачем меня увозят из весны? Спросил я Катю взглядом: уходим, не надо. Нет, хватит, без весны я не могу. И мне сказала Катя: что ж, хватит, так хватит. И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу. Как ласково нас встретила она. Так вот, какая ты весна. А на вторые сутки на след напали суки, как псы на след напали и нашли. И завязали суки и ноги, и руки, как падаль по грязи поволокли. Я понял, мне не видеть больше сны. Совсем меня убрали из весны. Одних сплошные недоразумения, а
Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как бы, в русской бане лыжи. Сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И уже плевал я, Ваня, в Сейфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны как в бане позади же. Расплата, ведь это я привел его тогда.
он мой, отдайте мне его, ребята. И где-то я привел его тогда. Он мой, отдайте мне его, ребята. Короткий срок, снова свидится нам, не дай бог. А меня в товарный и на восток, и на прииски в Бодайбо. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных. Ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось, смолкнул стук колес, шпалы кончились, рельсов нет. Эх, бы взвыть сейчас, жалко, нету слез. Слезы кончились на земле. Ты не жди меня, ладно, Бог с тобой. А что туго мне, ты не грусти. Только помни, не дай Бог тебе со мной снова встретиться на пути. Срок закончится, я уж вытерплю и на волю выйду, как пить. Но пока я в зоне на нарах сплю, я постараюсь все позабыть. Здесь леса кругом гнутся по ветру, синева кругом, как не выть. Позади 7000 километров, впереди 7 лет синевы. Щелк, да все равно в конце пути
придется рассчитаться. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи, но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом я помню, пил друзей твоих, мне с ними было как-то неприятно, хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила? Делал мигом я. Мне каждый час хотелось сделать ночью брачный. Из-за тебя под пояс прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. Из-за тебя под пояс прыгал я. Но, слава богу, не совсем удачно. И если б ты ждала меня в тот год, когда меня отправили на дачу, я б для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские в придачу. Я б для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские в придачу. И я клянусь, последний буду гад, не ври, не пей, и я прощу измену и подарю тебе большой диан и малую спортивную арену. И подарю тебе большой диан и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов, боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы. Так оно и есть, словно в старой
словно вдаль, если шел вразрез на фонарь, на фонарь. Если воровал, значит сел, просто сел. А если много знал, под расстрел, под расстрел. Думал я, наконец, не увижу я скоро лагерей, лагерей. Но попал в этот пыльный, расплывчатый город. Без людей, без людей. Бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Словно встарь, словно встарь. Если шел вразрез на фонарь, на фонарь. Если воровал, значит сел, просто сел. А если много знал, под расстрел, под расстрел. Так зачем проклинал свою горькую долю? Видно зря, видно зря. Так зачем я так долго стремился на волю? В лагерях, в лагерях бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих.